Компания Тигард – это компания, которая является дистрибьютором на российском рынке в области информационной безопасности. И одной из особенностей нашей компании является то, что мы не боимся выводить на российский рынок новых вендоров, новые решения, что, в общем-то, требует определенных трудозатрат и определенного риска. На сегодняшний день мы успешно работаем на российском рынке и продаем достаточно сильные, интересные решения, западные решения, азиатские решения. И на сегодняшней выставке мы в том числе представили несколько новых лиц, решений, которые, я думаю, будут интересными для нашего рынка. А в частности, можно сказать о компании Cybertunnel. Это достаточно интересное решение, которое позволяет анализировать работающие программы на конечных компьютерах и выявлять там различные специфичные угрозы, трояны и какие-то программы вредоносные, которые могут шпионить, что, в общем-то, сейчас достаточно актуально, поскольку в мире все небезопасно. И компания Cybertunnel в том числе сейчас является участником одного из скандалов в Европе, поскольку именно они помогли выявить вредоносный код, который используется в Европе на очень большом количестве компьютеров, в основном в банковской системе. И выяснилось, что этот вредоносный код используется уже на протяжении примерно 12 лет. Именно Cybertunnel выявил эту угрозу, и сейчас это решение привлекло к себе очень много внимания. Мы в том числе выводим его на российский рынок. Дело в том, что данное мероприятие является достаточно знаковым в России. Можно сказать, что это одно из центровых мероприятий в России по информационной безопасности. Здесь участвуют ведущие компании, которые работают в этой сфере. И, естественно, быть представленным на данном мероприятии это является не только почетным, но это в определенной степени показывает, насколько компания готова работать на этом рынке и есть ли что-то предложить для этого рынка. Поэтому мы здесь. Публика самая разнородная, разношерстная. Есть представители компаний, которым действительно интересны эти решения, не подходят, живо интересуются, участвуют в общении, слушают выступления представителей вендоров, наши выступления. И, в общем-то, достаточно живо во всем этом участвуют. Есть другая категория людей, которые приходят просто посмотреть, собрать сувениры, ну, в общем-то, просто сделать вид, что они тоже к этому каким-то образом причастны. Таких тоже много. Но все-таки мы делаем ставку в основном на тех людей, кому это интересно. В том числе особо для нас интересно посмотреть на других участников этого рынка, кто активно себя ведет, показывает свою активную позицию, открывает в том числе здесь свои стенды. И мы, конечно, с ними тоже общаемся, обмениваемся опытом, сотрудничаем. Но публика, она действительно вот такая очень разношерстная. В этом году мы не участвовали в общих конференциях, но мы на базе собственного стенда сделали небольшой зал, где мы могли проводить собственные семинары, куда мы заранее приглашали наших партнеров, клиентов, и они имели возможность прийти и сесть и в таком небольшом индивидуальном порядке прослушать ту информацию, которая интересна именно им.